кто здесь самый сильный, смелый и находчивый, и кто приведет команду к победе. Мальчики напрягают мышцы, девчонки не отстают. Веселые конкурсы – вот что для детей и их родителей организовали Алейск Зернопродукт имени Старовойтова вместе с сибирской медиагруппой. Их площадка на дне города отличалась яркими красками и эмоциями, например, от призов, которые дети с радостью несли родителям. Очень неожиданно. Что такой большой подарок. Да, прямо неприятная неожиданность. Ну, девчонки старались, девчонки боролись за свою победу, болели за им. Хорошие подарки, спасибо большое. И всему празднику. Азартные дети для конкурса вставали в очередь. Не меньше желающих было за карандашами и фломастерами. Маленькие барнаульцы разукрашивали фигуру Алейки, доброй бабушки, которая всегда накормит вкусностями. Отлично, молодцы. Так организовано все. Так все продумано. Для всех возрастов есть чем заняться. Очень нравится. Спасибо всем организаторам за хороший праздник, за чудесный день. Валютка, тебе как праздник? Очень красивый, громкий, веселый. Мы услышали шум, решили зайти и вот выиграли подарок. В конкурс попали. Да. Так все здорово, хорошая погода. Дети были довольны, что сами что-то выиграли, а родителям это было не только приятно, но и полезно. В качестве призов Алейск Зернопродукт имени Старовойтова подготовил для гостей праздника вкусные и полезные продукты питания, а также канцелярию к школе, полотенца и многое другое. С пустыми руками от доброй бабушки Алейки в этот день никто не ушел.